Тебя что-то сломало? Нет, сейчас опять понесло. Пошли, руки. Сюда. Подожди, подожди. Этот выпуск я решила посвятить тому, как пулдэнсеры ездят на чемпионаты, что там вообще бывает за кулисами и в поездках. Вот, начинаем мы глубокой ночью, сейчас около 6 часов вечера, и мы едем на вокзал, где мы встретимся с Димой Федотовым. Он не знает, на какой мы платформе. У меня вроде с собой все документы. В общем, наша поездка начинается. Я посвящу вас во все этапы поездки на чемпионат. Оставайтесь с нами. Пулдэнсеры всегда опаздывают на поезд, чтобы успеть побегать и подкачаться. Скорее же, скорее! Потерялся. Черт, что-то снимается. Идет уже 11 час нашего путешествия на Polart Italy 2016. Дима говорит, что это заметно. Перелеты, дорога, большое количество времени в пути – это неотъемлемая часть любого чемпионата или соревнований. Поэтому, когда вы оцениваете выступления полдэнсеров, вам надо делать скидку, учитывать вообще те факты, которые происходили с ними до того, как они вышли на сцену. И большинство действительно очень долго добираются до места всяких чемпионатов и так далее. А Диме сегодня крупно повезло, его даже слегка воспламеняющейся жидкостью пропустили через контроль на самолет. Это была жидкая магнезия на основе спирта. Наверное, нам повезет. Спустя 15 часов мы прилетели в Милан. Совсем чуть-чуть осталось. Будешь снимать это, как пока тебя не соберут. Тебе не кажется, что нас просто глючит, да? Вот. Сегодня день чемпионата, и ожидания самые позитивные. Я думаю, что, возможно, даже мы сможем выиграть. Я надеюсь, хорошо выступить, мне не налажать. Это главное для меня. Как насчет всех порвать? Главное для меня хорошо выступить и не налажать. Мы приехали в Милано 3. Нас встречает звон колокола церкви. Это хороший знак. О, он опять пролетел здесь рядом. На самом деле у меня очень странное впечатление, потому что сегодня я очень много видел рыб, суперменов. Хотя это какой-то конек прошел. Сегодня здесь 21 число, сегодня день рождения у моей мамы. Мама с днем рождения. Тут везде все разминаются, везде все кто-то что-то делает. В общем, все полным ходом готовятся. Вот тут Дима пытается сделать Бильмана. Такой, кстати, неплохой Бильман у него получился. Вы можете смело его назвать недобитым. Чипом. Это меня, кстати, снимает Дейл, чтобы вы знали. А вместе они представители клана летающих кинжалов. Гео разминается, валяется на мате там. Тут Пол Рантон застегивает лифчик. Уже не застегивает. Вот, это вот там Галя стоит. На сцене репетирует Дима Шевченко. Где-то здесь присутствует Алиса Плескова. Сзади там кто-то меня есть. Что-то делает. Я не понимаю, что это делает. Что происходит? О, круто, круто, массаж. Можешь репетировать? Нет, я уже репетировала два Скажите раза. Что-нибудь про то, какие у вас ожидания и вообще, как вам тут? Я просто готова отдать все, чтобы уже выступить, наконец, я очень переживаю.
now Dmitry Fedotov will tell you about his performance and emotions from the championship. I fucked up my performance on this track. You mean you were fucking awesome? Yes, maybe. Something like that. And what about doubles? I like doubles a lot. I feel okay about solo and I feel great and wonderful about doubles. Okay, about thank you, Dmitry Fedotov. Yes, thank you, Tanya. Таня, как ты думаешь, кто победил в дуэтах? Дружба, да? А как ты думаешь, кто победил, Я тоже не знаю. А как ты думаешь, кто победил в чемпионате по плаванию, который будет завтра? В Канаде. В соседней комнате. В Канаде по чемпионату мира среди Чебоксар. Мисс Ольга Трифонова! Yeah.